можно ли обновить мебель в квартире быстро и недорого, и чтобы эта мебель была стильной и функциональной. Эти вопросы волнуют буквально всех, кто хочет изменить интерьер хоть одной комнаты, хоть целого помещения. И получить ответы на них мы попытаемся сегодня в салоне мебели «Атмосфера». Здесь представлены около сотни моделей шкафов, кухонь, обеденных групп. Можно приобрести готовую мебель или заказать эксклюзивную. Специальная программа просчитает заданные размеры, цвет, другие требования и выдаст макет. В жизнь его воплотят профессионалы. Эксклюзивный шкаф будет готов за 2 недели, а кухня всего за месяц. А теперь подробнее о нескольких вариантах шкафов, мимо которых пройти просто невозможно. Встроенные различных конфигураций и стилей, они подойдут для гостиной или спальни, прихожей или детской. Здесь можно купить готовые или заказать вот такие угловые шкафы-купе. Они прекрасно подходят для комнат большой и малой площади, экономят пространство и идеально вписываются в любой стиль интерьера. Для комнат, оформленных в стиле арт-деко, идеальный вариант – шкаф с отделкой из кожи. Красиво и эффектно. Консервативные люди сделают выбор в пользу такого шкафа. Строгость линии, дерево спокойных оттенков и никаких лишних деталей. Отделка вообще может быть бесконечно разнообразной, так же, как и фурнитура. Для приверженцев строгой классики и ценителей креатива идеально подойдет вот такой шкаф. С большими зеркалами, с вместительными отсеками, многочисленными ящиками и сетчатыми корзинами. Разноуровневые штанги помогут разместить максимальное количество одежды. Но наполнение шкафа может варьироваться в зависимости от ваших потребностей и пожеланий. Выбор шкафа в атмосфере – решение для покупателей, ценящих индивидуальность и качество. В кухне в этом салоне сочетают роскошный внешний вид, современное звучание и практичность. Например, такой гарнитур под названием «Роза» – воплощение безупречного вкуса своих хозяев. Благородство цветовой гаммы под массив вишни, бука, дуба выделяют эту изысканную кухню во всем модельном ряду. Особую яркую индивидуальность кухни придают витражные стекла, ручки с цветочным декором. Хотите стать обладателем ультрасовременной кухни? Тогда присмотритесь к данной композиции. Этот угловой кухонный гарнитур под названием «Квадро Сапфир» безусловно оценят любители стиля хай-тек. Здесь множество функциональных элементов, а вся фурнитура произведена всемирно известной фирмой «Блум». Правильные геометрические линии, лаконичное цветовое решение и множество функциональных элементов. Во всем чувствуется стиль. Важно отметить, при производстве этих гарнитуров используются только материалы, соответствующие европейским стандартам. Эта яркая кухня станет центральным объектом в любом интерьере, притягивающим внимание как хозяев жилища, так и гостей. Благодаря гладкому фасаду с плавно скругленными краями эта кухня будет великолепно смотреться в любой расцветке. Если же вас влечет эко-стиль, вот подходящий вариант. Это кухня «Глория». Классическое внешнее оформление в ней сочетается с современной функциональностью. В этом кухонном гарнитуре очень много функциональных модулей. Например, верхние шкафы с многочисленными полками, удобные столы с глубокими ящиками, а также барная стойка. В «Атмосфере» представлена мебель как для компактных квартир, так и для загородных домов. А еще действует рассрочка и другие выгодные предложения. Но главное, ассортимент постоянно обновляется и растет. Салон мебели «Атмосфера» полностью соответствует своему названию. Именно здесь вы можете приобрести мебель, которая позволит создать неповторимую атмосферу в вашем доме или же квартире. А атмосфера доброжелательности и профессионализма, которую создают продавцы-консультанты, обязательно заставит вас заглянуть сюда еще не раз.
При выборе места для бизнес-ланча лично я руководствуюсь тремя основными принципами. Должно быть вкусно, красиво, быстро и недорого. Какова цена вопроса, мы еще выясним. Но пока раскроем несколько гастросекретов этого заведения. В Каннах нам предлагают широкое меню. Начиная от легких закусок, салатов и первых блюд и заканчивая такими блюдами пищевого готема, как, например, говядина по-римски. Шеф-повар использует самую нежную говяжью вырезку. Мраморной телятины и говядины занимают особое место в меню ресторана и давно полюбились клиентам. А все потому, что у заведения есть свой секрет их готовки. Вся телятина у нас приходит довольно-таки молодая, то есть с сертификатами качества от поставщиков все это приходит. Прежде всего, она у нас вымачивается с добавлением коньяка в оливковом масле. То есть это фишка ресторана, что благодаря стейки получается очень нежный. То есть, ну, в этом вся и фишка на самом деле. Большинство блюд – это европейская кухня, но есть и русские, и даже кавказские блюда. Настоящая фишка этого ресторана – мясо на открытом огне, на мангале или в тандыре. Здесь готовы исполнить каприз даже самого искушенного ценителя и любителя изысканных блюд. Каждому клиенту индивидуальный подход. Что касается авторской работы, то есть подстраиваемся под клиента непосредственно, то есть и готовим под ним его просьбу. Наверное, вы со мной согласитесь, что интерьер – это визитная карточка любого заведения. Европейский стиль, роскошь в деталях и в то же время простота в оформлении. Не знаю, как вам, а мне очень нравится. Наш ресторан прекрасно подходит не только для проведения бизнес-ланчев, либо делового обеда. Также вы можете провести у нас семейный ужин, отпраздновать свое день рождения, либо организовать встречу друзей, также свадьбы и корпоративы. Действительно, Канны – это удивительное сочетание классики и домашнего уюта. Не понимаю тех, кто отказывает себе в удовольствии пообедать в таком заведении. Тем более, что сейчас здесь действует скидка на основное меню. Пообедать можно в полцены. Приглашаем вас приятно провести время в нашем ресторане. На данный момент у нас существуют скидки с 12 до 16.00, а скидка 50% на основное меню. Также с 16.00 скидка 20%. Сегодняшний цезарь с курицей и морс обошлись мне в 162 рубля. По-моему, роскошнее не придумаешь. Эй, оплатить кто будет? Эй, давай. Ты чего? Так нельзя. Она фанатка Людей X. Тут на три четверти брехня. Не так все было. В реальном мире люди умирают. Логан. Не хочу об этом говорить. Логан. Все. Будь осторожен. Мне нужна девчонка. Ты о ком? Приведи ее. Нет. Охренеть. Вы
с ней похожи. Очень похожи. Я не тот, кем ты меня считаешь. Ей нужна наша помощь. Кто-нибудь найдется. Я думаю, уже нашелся. Так выглядит жизнь. Люди, любящие друг друга. Дом. Не спеши. Почувствуй это. У тебя еще есть время. Два дня в пути, один раз ели, почти не спали, ей 11, а мне-то, блин, 90.